Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и сегодня мы поиграем в Fallout, но, к сожалению, у меня прервалась запись, когда я только что ее записывал, реально, и она не сохранилась, поэтому мне придется играть с небольшим отрывом, не то, что было вчера, покажу, что вообще произошло, как произошло, почему произошло. Ну, короче, где-то минут 5 я поиграл, и когда я понял, что запись оборвалась, я просмотрел, и она реально не записала ничего, тупо черный экран, и я из этого расстроился. Сейчас, надеюсь, все будет нормально, ребята. И насчет Fallout Shelter хочу сразу же ответить на несколько вопросов. Я знаю, что игрушка вышла уже достаточно давно, просто я долго ее ждал на Android, но из-за того, что последние 2 недели ничем не занимался, получилось так, что, ну, грубо говоря, ну, в общем, не прокатило. Так, вот этих двух чуваков я послал, помните, в прошлой серии пришел этот мужик, я их послал делать детей, потому что у меня появился квест на делать ребенка. И представляете, я открывал сундук. Я сдал квест, который здесь был по центру экрана, помните, там собрать 50 воды. Мне из-за сундука выпало 2 крутых оружия. Первое вот это, ну, в принципе, неплохое оружие, оно такое среднячком. Я так про это долго говорил, потом смотрю, блин, не записалось, так обидно было, ребят, рассказываю. Вот это оружие выпало, и мужику выпал прямо топовый, один из топовых оружий, вот такой вот пистолетик, у него достаточно хороший дэмэдж, 18-23. Поначалу достаточно хороший будет. Вот, сейчас я выполняю задание, то, что нужно родить ребенка. И нужно все эти задания быстро пополнять, чтобы, короче, ну, у нас появилось задание с сундучками. Также чувак, который отправил в Вестланд, он умер. Я его возродил, причем возродил его за 140 капсов. А принес он 68 для того, чтобы продать это оружие, естественно. И сдать еще один квест. 25 капсов. Эти капсы мне, в принципе, не так сильно нужны. Вот, и, блин, так много рассуждал, рассказывал про комнаты и про все остальное. Все это не записалось, я так расстроен, ребят, реально так расстроен, но ничего страшного. Если вам нравится Fallout Shelter, ставьте обязательно лайки. Так вот, вот эту комнату мы с вами расширили, она стала намного больше, чем раньше. То есть, вот эта вот комната справа с водной станцией. Этот мужик теперь, в принципе, родил ребенка, может не находиться уже в этой комнате. Давайте отправим куда-нибудь работать, я думаю, он будет работать тоже здесь. Пока на очистительных сооружениях. Я хочу сейчас построить Мэд Бэй, потому что у нас появился с 15 жителями. Для того, чтобы отправлять людей в Вестланд много дольше и более эффективнее. Вот, но для этого нам нужны капсы. Чтобы получить капсы, в принципе, можно выполнять квесты. Нужно собрать 100 воды. Какой у нас тут шанс на раш? В принципе, шанс достаточно хороший, можем попробовать. Но не получилось. Хорошо, у нас тут есть бластер, если жуки выползут, можно еще вот этому чуваку дать что-нибудь интересненькое. Пусть стреляет, вон, у нас 2 мужика с пистолетами, все, они быстро разобрались. Поначалу монстры не такие страшные, не такие сильные. Я даже сказал, что они достаточно слабые. Еще раз, раш, в принципе, 48% может получиться. Рискнем, да, вот видите, собрали водички, собрали этих самых крышечек. Ладно, крышки можно собрать еще и другими методами, например, просто рашить. Это, в принципе, работающий способ, 31% можно опробовать. Отлично, еще крышечек сейчас нададут. И можно его еще один раз зарашить будет на энергостанции, например. Так, пока что бластер я у тебя заберу. Я его одевал для того, чтобы взять еще один квест. Кстати, блин, это тоже все не записалось. Блин, так расстроен, ребят, реально. Ладно, неважно, давайте продолжим дальше играть. Сейчас нужно, чтобы пришел тот чувак с Вестланда. Будет он через 34 минуты, но это уже, наверное, в следующей серии мы с вами поговорим. Я постараюсь сделать серии короче, то есть минут 5, 10, там, не знаю, 20. Не будет серии по Fallout Shelter, чтобы вам не было так скучно, потому что я понял, что вам надо, чтобы серии были покороче. Давай, 39%. Ну давай же. Отлично. Вот, и сейчас мы можем построить медбэй. И я, в принципе, думал построить все-таки справа здесь, хотя здесь я думал построить вот эти вот комнаты. Living Quarries. Но, наверное, я построю уже лифт вниз и здесь их построю снизу. Так, давайте сделаем тогда здесь медбэй. Он, в принципе, такой большой нам не нужен. Двойной он тут будет, билдинг вот сюда вот. А, не, здесь получается дневной, он получится. Нет, тогда не будем здесь его строить. Тогда пока не будем строить медбэй, нам нужно построить, значит, один living квартал. Ну, короче, квартиры нужно построить здесь. А здесь нужно будет построить лифт вниз. Вот тут мы его построим. И, естественно, здесь нужно будет жилую комнату построить за... А, не жилую комнату, уже медбэй строить за 400. Сюда вот влево, их как раз 3 штуки влезет, нужно будет этот камень один сломать за 125. Но с этим мы разберемся чуть позже. Так, что у нас по квестам? Ну, в принципе, все то же самое. Родить ребенка, продать одно оружие и собрать 100 воды. Здесь ничего сложного нет.
Вот, дорогие друзья, отвечая на вопросы дальше, то, что вы писали в комментариях, ребята, не нужно мне рассказать про игру, у меня на айфоне там что-то... Я играл уже до этого Fallout Shelter на айфоне, и у меня там почти уже 100 человек. Да, я в него мало играл, последний месяц вообще не заходил туда. Вот, мне там повезло с сундучками вот с этими. Я, кстати, не буду донатить в эту игру специально, чтобы играть без доната, так интереснее, мне кажется, будет. Но под конец открою Open Case какой-нибудь, когда уже будет последняя серия по этому циклу. И тогда посмотрим, что нам выпадывает. Так, у нас воды мало, нужно, ну, как бы, воды у нас на самом деле достаточно, но по квесту нам нужно ее еще собрать. 44 штуки. Сейчас они вот соберут 28, я попробую еще заражить, и как раз, возможно, у нас будет нужное количество воды, если раньше придет на дополнительные монетки нам даст. И до медбэя будет достаточно близко. Вот, когда там ребенок родится, я не знаю, но надеюсь, скоро. Вот, отлично, сейчас рашим, конечно, очень маленький процент. Вернее, очень большой процент инцидента, но мы рискнем с вами. Рискнем, мы рисковые. Ребята, failed. Что у нас пройдет? Пожар, наверное, произойдет. Пожар, окей. Тут сразу же дизмораль людей пошла. Ну, ничего страшного, я люблю рисковать. Сейчас можно еще раз рискнуть. У меня было, что у меня был шанс 80 с лишним процентов. Я рискнул, и у меня все сработало. Ну, то есть, инцидент, конечно, 58%. Да, я просто хочу уже закончить с этой фигней. Давай, failed опять. Сейчас, они, сейчас мы их задизморалим просто здесь, реально. Так, ну, жуки, это уже не проблема. Вот этому чуваку даем какой-нибудь бластер. Этой тетке тоже даем пистолет. Все, их сейчас уже не будет. Все, они сразу же умирают. Электричество, все, последний раз попробую зарашить. Если не получится, пусть уже сами делают 68%. Очень больше шансов инцидент, вряд ли получится. Но не смотрите, получилось, отлично. С третьего раза нормально. Все, у них сразу же экспа там добавилось. Оружие можно у них забрать. Пока у нас не так много вооружения, можно, в принципе, давать оружие там, где происходит какая-нибудь фигня. Так, забираем крышечки, и появляется новый квест. А, вот, смотрите, ну, сейчас как раз-таки можно специально создать огонь, потому что здесь написано, видите, справьтесь с пожаром в комнате. То есть, если я сейчас специально здесь устрою пожар, то, чтобы были жуки, значит, должен произойти пожар. Давай, пожар, пожар, пожар. Да, и они с ним справятся. Давай, пожар, пожалуйста. Нет, жуки пошли, все-таки не получилось мне. Так, сюда. Вот эти тёлки дадим такое оружие, нормально, пусть убивают. Лап пока у мужиков. Там, конечно, мы сейчас жестко задизморалим, но можно, можно, можно так поделать. Нужно создать пожар. Пожар, давайте пожар мне, пожар. Пожар, ну же, пожар. Да, вот, все, отлично. Сейчас они с ним справятся, и мы зададим следующий квест тоже. А, я сдаю эти квесты по-быстренькому для того, чтобы появились квесты с сундучками. Квесты с сундучками дают очень много всяких разных... Rush 4 room, то есть хорошо, за Rush 4 комнаты. Все, ему уже всем хреново, больше эту комнату вообще не рашим. Ближайшие, видите, всем реально хреново стало. Ну, кроме того мужика, он какой-то прям такой, знаете, чувак хороший. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по Rush. Нужно 4 раза зарашить, и поэтому нужно посмотреть, где все хорошо. Здесь 41%, здесь 39%. Давайте попробуем все-таки генератор зарашить, думаю, может получиться. Да, отлично, одна из 4 зарашена. Но я думаю, сейчас уже будем заканчивать эту серию, потому что, ну, вы понимаете, что... В принципе, нет смысла тянуть дальше, и тут уже все будет зависеть от вас. Ставите лайки, нравится ли вам этот цикл, что вы пишете в комментариях. Если вам понравится этот цикл, то я буду выпускать его достаточно долго. Если не понравится, то, естественно, я его перестану выпускать вообще. Так, ну давайте продолжим дальше вот с этими штучками, со всеми. Rush 49%. Очень маленький шанс, что все получится, но попробуем. Фейл. Все, ну хватит уже, хватит, наверное, экспериментировать. Просто я уже хочу и построить... медбэй, и когда ты рашишь, все равно больше шансов, плюс еще если квест дам, то 100 крышечек получу, это мне не нужно. Кстати, дали репорт, через 2 часа, вот у меня будет сутки, как прошли, как, с тех пор, как я создал вот этот аккаунт, грубо говоря, ну, то есть не аккаунт, а этот мир. Ой-ой-ой, куда я захожу в Google Play, зачем я нажал эту штучку-то? Нет-нет-нет, отмена, все. Так, достижение, понятно, так обратно, давайте, все, отлично. Ну, на этом аккаунте никаких достижений, в принципе, не должно быть. Так, 340 крышечек у нас есть. Еще нужно две комнаты хорошо зарашить, да? Окей, давайте попробуем столовку еще раз. В принципе, здесь 51%. Большой процент. Блин, мы сейчас очень сильно убьем счастье нашего убежища, но это того стоит. Тем более, медбэй уже не за горами. Прямо еще один раш, и хватит на медбэй, еще на семечки останется. Ну, ладно, давайте рискнем, все-таки 61% сейчас будет, но мы можем рискнуть, словка нас вообще не подводила ни разу, видимо, это будет первый раз, когда нас подведет, да. Нельзя все время рашить так безнаказанно, как это делаю я. Так, ну что ж, пистолет такой, и пистолет вот такой, все, хватит. Наверное, на этом мы с вами завершим эту серию, дорогие друзья. Если вам нравится, ставьте лайки, пишите в комментариях, сколько вы хотите, чтобы шла серия. То есть прямо цифру можете написать, напишите там, хочу, чтобы шла 20 минут, там, хочу, чтобы шла 15 минут. Чтобы знал, сколько вы хотите, чтобы шла одна серия.
Ну а это все, с вами был Демастер, подписывайтесь, ставьте лайки, закомментируйте под видео, на том мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Кроме этой игры будут еще выходить другие игры, сейчас пойду запишу еще одну интересную игру, тоже на сегодня, наверное, но на этом все, всем удачи и всем пока-пока.